В России перестали работать переводы системы «Контакт». Российский Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка». Ему принадлежит эта система переводов. Теперь вывести деньги из кошельков «Киви» нельзя. Принять и отправить денежный перевод за границу через «Контакт» тоже. Причина отзыва лицензии у «Киви-банка» – это нарушение федеральных законов, говорится в сообщении российского Центробанка. В декабре 2020-го Центробанк оштрафовал «Киви-банк» на 11 миллионов рублей и наложил ограничения на часть платежей в адрес иностранных интернет-магазинов. За последний год Центробанк несколько раз ограничивал отдельные операции «Киви-банка». Деятельность «Киви-банка» характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений. Пополнение «Киви-кошельков» после отзыва лицензии у банка теперь недоступно. Также и в приложении «Агропромбанка» пишут: «Операция отключена». Как пояснили в «Агропромбанке», пользователей «Киви-кошельков» в Приднестровье немного. В «Агропромбанке» также сказали, что отслеживают ситуацию и предлагают клиентам «Киви-банка» в Приднестровье альтернативные варианты денежных переводов. Российский Центробанк сегодня распространил информацию: всем клиентам, имевшим деньги на счетах в «Киви-банке», нужно обратиться за выплатами в агентство по страхованию вкладов. На средства в электронных кошельках страховка не распространяется.